Всем привет, меня зовут Андрей. Вопрос такой скорее частный. Выпустились у вас в феврале. У меня дуэт с блогером, у нее там около 700 тысяч подписчиков, то есть какие-то стримы идут, это видно, но я, так как совершенно не разбираюсь ни в таргете, ни в менеджменте и так далее, никак не могу этот вопрос контролировать, то есть я не понимаю, какие идут трафики, можно ли это усилить, и у меня здесь возникает вопрос, можно ли с вами здесь как-то ближе сотрудничать, видите ли вы эти трафики, поскольку, ну, чтобы вложить какой-то еще ресурс для того, чтобы еще больше людей услышали этот трек. То есть какое-то взаимодействие здесь с вами предполагается или как нам? То есть фактически мы же вместе заинтересованы в увеличении количества, в зарабатывании, чтобы трек больше стримов получил. То есть что здесь делать? Ну, как минимум, есть там студии ВК, где это можно смотреть, да, ну и плюс свои соцсети. Что касается меня, можно написать в паблик. Wow Vision имеет возможность смотреть ежедневную статистику стримов по, ну, почти по всем площадкам. Единственное, что с задержкой в двое суток. Поэтому можно написать, спросить, ну, как бы мы пришлем график, там, сколько было вчера прослушиваний в ВК, сколько там позавчера и так далее, можно это смотреть. Это только по ВК? Всем? Не, можно-то по всем площадкам. Просто, например, по Apple можно отслеживать самому стримы в этом, в приложении Apple для артистов, да, в Spotify тоже есть свое приложение. Почти везде есть свое приложение. В ВК появилась ВК-студия, в целом тоже. Вот. Не, можно по разным площадкам, в общем. Ну, видишь, мне здесь интереснее, я в этом мало понимаю, то есть я, конечно, только начинаю сейчас эту всю тему изучать, мне интереснее сотрудничать с экспертом, я даже не знаю, вот я посмотрю, ну, есть там 10 тысяч прослушиваний, я не знаю, много даже это или мало, то есть мне интересно у вас это спросить там, Володь, это много или мало? Ты говоришь, блин, это нормально, давай усилим вот здесь, вот здесь, вот здесь, чтобы мы больше заработали. То есть вот такого плана сотрудничества, ну, вообще возможно, через контакт в паблике, то есть надо вам написать, ребят, проверьте трек. Типа, у меня 10 тысяч стримов, что мне посоветуете делать? Нет, условно говоря, посмотри стримы, есть должен быть всплеск, потому что 700 тысяч активных людей, то есть у него лояльные. Нет, посмотреть-то можем. Вот, и, соответственно, дальше двинуть, это возможно с вами? Или как? Или мне своих каких-то людей искать, продвигать, смотреть отдельно и так далее? Ну, это индивидуально. То есть мы, там, от лица лейбла Wow Vision, он может, если там идут хорошие стримы, что-то докинуть в рекламу, как-то это обсудить. Но это реально очень редкие истории, и особенно вот сейчас, то, что я говорил, ну, большие риски на самом деле. То есть, если есть что-то такое, да, конечно, можно это обсуждать. Если там что-то завирусилось и прям вот поползло вверх, конечно, можно обсуждать. Если там история, то есть, а много или мало, ну, надо всегда в динамике смотреть. То есть, если вчера было 10, стало 12, там, послезавтра 14, ну, значит, хорошо. Да, плавненько идет. Значит, это хорошо. Если было 200 тысяч, потом стало 10, ну, как бы, значит, очень плохо. Что-то сильно не так. И тут надо в конкретном случае смотреть. Угу. То есть написать вам, да, нужно? Да. Просто в паблик написать, что вот у нас вот так, вот так, вот так. Типа, есть ли какие-то варианты сделать что-то более интересное? Ну, то есть мы даже сами готовы там что-то вкладывать в это? Да. Но... Ну, надо обсуждать, потому что, ну, тут, короче, куча нюансов. Трек там набирает хорошо, потому что это классный трек, у него появляется аудитория, или потому что, грубо говоря, есть блогер, который не музыкальный блогер, а там какой-то другой, и вот он выложил трек, его просто в первые там два дня, пока были сторизы видны, там кто-то его послушал, там какой-то небольшой всплеск. Ну, короче, это надо смотреть по факту. А так, да, пишите в паблик, все обсуждаемо.